и в тебя нельзя не влюбиться. Мой город Киев, моя столица. Витаю, сегодня 23 апреля 2016 года. Мы едем в Винницу. Собираемся, вот сейчас из дома вышли, садимся, Камал протирает стекла, чтобы я, чтобы видно было, да? Что, что, для чего? Чтобы видно было, чтобы моим зрителям было хорошо видна дорога. Да нет, у тебя всегда чистый, ты у нас молодец. О, Тамара села. Ну, должна чуть любого что-то делать. Да? Чтобы была чистота, да? Вот, садимся. Все? Да, сзади багажник закрыть надо. А Галя что-то, я не показала, как Галя тут присаживается. Все, всем привет. Едем в дорогу. Едем. Как ты говоришь? Далекие края, да, Камал? Чего? Чтобы ей тоже хорошо было видно, да? Ну все, короче, поехали. Вот уже едем. Люда была Пинкова, мы ее возили. Да. Вот Тамара. Вот Галя. Едем уже. И Камал. Так светит. Да, Камал, ты за дорогу смотри, машет он. Какая красота. Сейчас покажу, как мы едем. Это Житомирская трасса. Выехали на Житомирскую. Ну, это сразу выехали на Житомирскую трассу. Вот как, вот уже сама трасса. Дорога отличная, ровненькая. Погода солнечная. Пока что. Настроение отличное. Настроение отличное. Как вам настроение у вас? Погода, солнце, день чудесный. И еще сейчас заедем в ресторанчик. Позавтракаем. Фура перекрыла весь вид. Все кругом весны дыханием согрето, все кругом ликует и поет. Ликует и поет, да, и мы поем. Но в дороге вот света не хватает. Весна пришла, настроение отличное. Леса возле Киева. Все возрождается. Пасха скоро. Даже одуванчики вот здесь. Чик. Одуванчики. Приехали мы в ресторанчик. Сейчас заправимся и поедем дальше. Ресторанчик называется «Украинское село». Сейчас покажу даже. Вот. Очень нам нравится здесь. Вкусно готовят. Здесь... Вот такое начало, вход такой. Здесь есть храм, люди приезжают в храм. Суббота-воскресенье очень много людей. Сейчас утро, а людей уже полно. Сейчас покажу даже. Корзинки тут с цветами стоят. Здравствуйте. Это музей какой-то, да, здесь? Да. А, цапельки тут. Вот здесь церковь, сюда люди приезжают в церковь. Так, мои пошли в ресторан, буду догонять. Здесь источник есть, я потом покажу источник, где люди воду берут. Этот ресторан находится в хвойном лесу. Вот здесь тоже лиственница есть. Красивый деревянный вот храм. Даже двери тут красивые. Покажу сейчас источник, где люди набирают воду. Коровка стоит. И вот здесь источник, в котором набирают воду люди.
приезжают специально сюда. Ну и просто отдохнуть, видимо. Красиво здесь. Здесь еще мини-зоопарк. На выходные дни здесь очень хорошо отдыхать. Здесь есть и музей, и отель. Есть еще здесь и гончарня, и пекарня, и кузня. Интересно здесь. Можно провести хорошо время. Здесь вот зоопарк в эту сторону. А нам надо в ресторан. В эту трапезную. Нам в эту сторону. Здесь даже дорожки, посмотрите, какие. Пенечка. Баба с дедом. И с совой. Еще сейчас вам интересное покажу. Ну, то, что фонарики это одно, а вы тут, смотрите, с соколом. Сидит сокол. И конь. Даже не знаю, куда идти. И там красиво. К которому они подъехали. И там красиво. Ну, пройду отсюда сначала. Котик тут гоняет. Я извиняюсь, что трясет у меня камера. Ну, как бы в одном месте стоять неинтересно, а хочется ходить и показывать. Она меня трясет. Такая красота здесь, посмотрите. А вот тут украшено все. Мальвочки нарисованы. Кулишня. Сейчас еще здесь покажу. Мои пока заказывать будут кушать, то я вам поснимаю немножко. Вот кони. Написано, пожалуйста, не садитесь на коней. Обозик такой. И здесь вот птичек кормить. И тут красивые кормушки такие. В вышиванках люди ходят. А, шашлыком уже пахнет. А, тут уже шашлык. С утра уже все готово. О, тут даже вот уже угли готовы. Лишь бы был сам готов покушать. Тут такие стульчики, столы. Пожалуйста, приходите и кушайте. Ресторанчик. Вот этот ресторанчик, в который мы идем. Шабус. Папоротники уже раскрываются. А вон мои машут. Мне. Добрый день. Добрый день. А я их ищу. А они здесь. Поехали, называется, наверное. Не, я не понял. Я Колыба. Хочу мужчина. Ну что это такое? Ну, что ты хочешь? Дай... Скажи, хочу пройти. Я хочу вырваться от жизни. Так, заходим. А, тут еще вот, прежде чем зайти, я вам что покажу. Винь. Ничего себе, веник. Один раз маханешь и чистота. Тут еще какой сидит дедулька. Так, заходим, заходим. Добрый день. Где-то они сидят здесь. Здравствуйте. Вот. Здесь в комнате. Ну вот я уже зашла, даже вам покажу сразу.
какая красота у входа. Такие рушники здесь вышитые. Сейчас мои заказывают. Сейчас покажу сначала свои. Заказывают, сидят. Ага. Что они мне закажут? Здесь такая крыша, посмотрите. Высокая, высокая. Все в таком закарпатском стиле. В основном. Доброго дня. На столах. Там вот гребенцы. Отсюда будет вот видно потолок. Корыто. А это для маленького ребенка. Тут место. Вот оно в стенке висит. Утюги. Самовары. Все, что хотите. И мои сидят. Что вы заказали? Ну, сказали, что быстрее всего это будут шашлыки. Можно, значит, заказать, чтобы недолго. Вот. И деруны. То мы уже заказали то, что деруны, мальцы. А баныш не заказывали? Баныш долго сказали. А, долго ну, будет, надо подождать, а мы... Тетя Люба лучше баныш делает. Мы не тетя Люба баныш делает. А не мы еще не... Камал говорит, тетя Люба будет. Где вы ждете? А, Витя уже ждет нас, да? А мы еще из Киева не выехали. Под Киевом. Чего это? Под Киевом, да. Конечно, под Киевом. Сядем. Сядем. Ну что, жду вас. Ко мне. Как дам? Как дам сейчас, да. Мне тоже жарко. А, да. Как дам сейчас сапогом. Знаешь, анекдот есть. Так через 5 минут. Что-то там не разделись. Да, только шашлыки, да? А что, холодно? Едем. Как ты, кому поешь эту песню? Едем в соседнее село на дискотеку. Едем. Да, руки помыть надо еще. Ну что, сейчас расскажем, куда мы едем. Тамара, давай мне фотоаппарат и расскажем, куда мы едем. Почему именно меня это касается? Да, почему это ты должна нам рассказать, куда мы едем сейчас? Мы едем к нашим друзьям. Ну, уже они друзья всей нашей семьи, а были моими друзьями во время аспирантуры, боевые товарищи аспирантские. Проверенные. Аспирантские. Оля с Витей Белинские. Мы их любим, обожаем. Мы ты всегда... в одной комнате жила, да, с Олей? Да. В аспирантуре. Да. Да. А вот хлеб у вас один? У нас есть чай. Отдельно заказывают? Чай. А, ну вот это надо заказать. Черный-белый. Белый, наверное, белый любит. По сколько кусок? Там на борте где 2 шматочки. 2 шматочка? Да. Хватит, да, Камалу? Камалу 4. Да? Да. Ну хорошо, вот как вот на борте идет, так и идет. Так, мы прервались. Да, мы прервались. А вот с Олей и Витей мы очень дружили. И с семьей Оли. Это сестры. Очень милые, хорошие друзья, надежные. Да. И с ними очень интересно, вы сами увидите, это очень интересные, добрые, веселые, оптимистичные, самые главные люди, с которыми всегда очень хорошо проводить время. У них тоже большая семья, у Оли, тоже да, три сестры. Я хотела об этом рассказать, да. Оля старшая, затем идет Танюша, потом, нет, Леночка, Танюша, а потом Света, Светлана, у них 4 сестер. Их вот, не будет уже сейчас, в этот раз?
Ну, я даже не знаю. Ну, мы уже со всеми дружим, все друг друга знаем. Они с нашей семьей, мы с их семьей ездили часто раньше, особенно друг к другу в гости. И Оля приезжали со Светой к нам даже в Узбекистан, а мы к ним в Умань. И когда-нибудь съездим, покажем великолепный парк. Там тоже очень хорошие места, красивенные, где живет Таня сейчас, одна из сестер. А вот. Ну и вообще, что рассказывать сейчас? Познакомитесь тоже, и я думаю, твои зрители будут рады тоже познакомиться с такими общительными людьми, как Белинские. Да. Просто душа радуется, что мы едем к ним. Вот давно мы уже у них не были, и они не были еще у нас. Как-то все заняты были, а они часто приглашали, а тут такой повод. Какая возможность. Возможность, да, то мы с удовольствием собрались и вот едем на дискотеку. Камал нас, как всегда, везет. Такой. Спасибо Камалу, да, хоть поездим. Вот нам принесли сухарики и соус. Камал, как тебе соус? Прикольный вообще. Прикольный, да? Ясно. Это от закладу, от заведения сказали. Да. Галя тоже к нам приехала специально, чтобы видеть. Галя Добилинский. Уже давно мы у них не были. Они у нас были в гостях. И мы сейчас едем к ним. Очень приятные люди. И Галя, как же не навести? Галя даже я все бросила, услышала, да? Только услышала, что в Винницу едут на открытие фонтана. Решила тоже. А что-то меня будут зрители спрашивать, что ты, Вася? Ну, дело в том, что Вася был на конференции во Львове. Мы с ним заранее договорились, что он на конференции едет, а потом меня он заменит на хозяйстве. Теперь я еду. А я что-то принесла. Пока делают шашлыки, я пришла вам показать, как в этом комплексе ресторанном зоопарк какой здесь есть. Здесь вот интересно, сено здесь складывают. Интересно. И вот такая тут красота. Козы. Сейчас. И кошки тут еще ходят. Одна, вторая красуня. Курка павловская. Лань европейская. Ой, бараны здесь. Сейчас покажу, что тут. Вон баранчик. Вот это курочка. Здесь ходит. Так, здесь есть курка гамбургская, покажу вам. О, петушок гамбургский, вот он. Вот артист, ну даже спел как хорошо. И тут вот ослики. А африканский, оказывается, ослик. А тут такая грязь. Думаю, что ж такая, оказывается, тут кабаны. Вон лежит один кабанчик. Вот аж там. Посмотрите, кто у меня гидом. Зебу. Ты такая красивая, или ты такой красивый? Не куснет? Ну, мы же руку не засовываем, смотри. Как корова, только это такая разновидность коровы. Спасибо. Ну, она нюхает так, дышит, да. Хочет что-то вкусненькое тоже. Боишься? Да. Пони. Тоже пони кушает.
Мы же, говорит, руку не даем, сама палец. Снежка моя, гид мой ведет. Пошли, пошли, покажешь, что у тебя еще. Пошли, покажешь. О, стрельба из лука. Стрельба из лука. Тут олень однорогий. Привет! Тоже машет мордочкой. Хорошо им здесь, ухаживать за ними. Крыша тут какая! Сколько дров накололи. Ждет, смотрите, меня ждет. Пошли, говорит. Куда ж ты меня ведешь? О, с мухой играется еще. Да куда ты, в кусты? Пошли дальше, показывай. О, что это тут? Кто это тут? Что-то волохатое. Что-то волохатое. Свинья породы мангал. Ой, первый раз такое вижу, породу мангал. Воняет. Чтоб свинья волосатая была, первый раз вижу. Ой, мы же сегодня видели зайчиков. Курка китайская. Курица разных породов. Китайская. Вот они все артисты тут показывают, как они умеют петь. Ну это свинья аж сюда. Все-таки такие бесшерстые. Лучше, мне кажется. Кошара. Кошара. Что в той кошаре? Баран сидит. Какая груда шерсти. И непонятно, и мордочка торчит. Овцы, овцы. Баранчики кушают. Черненький, беленький. О, а тут уже поросята, так вьетнамские, так поросята. Лежат. А вот еще один маленький. Вот он. А там большой свинарник, называется Саж. А тут какая бабулька. Петушочек. Ой, о, что это? Это он лежит, чей-то его положили. Ага, это с горилкой типа пьяный лежит. Бутылкой горилочки. Гурально. Корм для тварин здесь. Гуральня. Называется. Тут продают для... Ого. Резерв. Здесь и горилочка. И все. Тут и для корма для животных, и для людей можно 100 граммчик выпить. Вот здесь такой весь комплекс. Посмотрите, сейчас встану. Ну, свадьба здесь отмечают. Посмотрите, невеста. Сейчас я к ней ближе подойду. Дорожечки вот такие здесь.
форзиция у нас цветет. Сейчас свадьбу поснимаю, жениха с невестой. Домик какой красивый. Жених с невестой. Развлекаешь, да? Красивый рисунок над окнами. Колясками ходят дети. Тут столько всего. Домиков очень разных много. Беседок. Можно приходить, занимать любую беседу. Еду заказывать, шашлыки заказывать. И хорошо как бы на природе. И в то же время и красота. Ой. Вот лягушка. Квакушка сидит. Здесь есть даже источник, джерело называется. Можно набирать водички. Здесь очень много рыб и уточек. Водичка чистенькая такая. Форзиция. Очень много зелени. Разный. Да, крыши черепица. Черепу. Годувати птахи заборонено. Ну. О, шашлыки готовы, видать. Что мне звонит, чтоб я шла. Сейчас. Алло? А, принеси, все, иду. Дируны, говорит, принесли горячие. Бегу. Такая красота как раз. Вот рыбок не успела вам показать. И вот здесь тоже можно сидеть, столик поставить. Ну, пробегусь уже по-быстрому, наверное. Сейчас, ух, уточек разных. Разных уточек. Посмотрите, какая уточка интересная. Петушок. Красавец какой, зеленым отливом. Ой. Не знаю, будет видно, нет? Такой зеленый, аж блестит у него такой отлив. Пташиный гай называется. О, какие интересные тут. Это голубь. А это петушок. И курочка такие с размером с голубя. О, павлина вижу я. О, распусти хвостик. Распусти хвостик. О, я это кто у нас? Выдра? А, нутрия. Нутрия. Морковку кушает. Нутрия. А это такие красивые домики для зверей. А, цесарки. Цесарки. И павлин. Что такое? Кто тут? А! Давай я тебя спущу. Или что? Что ты хочешь? Да нет, вроде не хочет спускаться. Чего он просит? Смотрите, какие куры. Курицы какие. Даже кормушки у них, корзинки. Интересные какие. Там какая-то птичка сидит, не пойму. О, вот какая интересная вот эта птичка. Ага.
Ой-ой-ой-ой-ой. Какой-то звук издает интересный. Сейчас покажу, может, поближе. Павлин молчит. Кеклик, павлин, курилка червона. А вот интересно. А это, наверное, тут павлин с хвостом, а это самка. Ох, и нас интересно. Звуки они издают. Все, бегу, бегу, бегу. Есть деруны. Потом специально когда-нибудь приеду, вам об этом комплексе отдельно еще расскажу. А вот есть такие черные удочки и лебеди. Лебеди где-то черные, белые должны быть. Да. Ой, ой. Домики для птичек. Сейчас. Еще отсюда. А вот лебеди, черные лебеди. Можно специально даже здесь купить корм для них. Если бы не спешили, целый день можно здесь проводить. Кстати, в этом ресторанчике первый раз я попробовала баныш. Он мне здесь очень понравился. Но сегодня сказали, что это долго делать. И будет... А мы же спешим ехать, поэтому... А крокодильчик, вон, смотрите, еще какой. Не живой. Все, не могу оторваться, все, побежала. Буксусное дерево, смотрите. А вот, ребята, уже рыбы. О, рыбы, сейчас вам покажу еще рыбы. Вот они, рыбы. А, утки над ними плывут. Красная, целыми стайками. А утки их гонят. Угу. Вот, беленькие, красненькие. А утка как специально над ними хочет их куснуть. Ну ты посмотри. Балуются. Начинается тепло. Все, побежала я обратно. О, только хочу вам сказать, что все. А тут еще мускари вон растут. Всевозможные растения. Все, деруны, пока не остыли. Бегу. Бегу. Невеста. Говорят, если встретишь, очень повезет. Значит, мы в Виннице, нам очень повезет. Все, бегу. Все, бегу. Нет, вы мою порцию оставьте мне. Все, давай. Вот тут ребята проводят встречи. О, прибежала уже я на деруны. О, вот деруны с грибочками, да? Брынзы было. С брынзой Галя уже тут кушает. Было. А у меня с грибочками вы сметана, мне заказали, да? Сметанку. Вот Камала. Камала, ты с чем заказывал? Шкварки.
А шкварки, да, ну пару шкварок осталось. Шкварки, ты специально для видео не кушаешь. Тамара, ты с чем заказывала? Со сметаной. Со сметаной? И вот салаты. Ага. А ты просто тоже со сметаной, да? А салаты? А что это за салаты? Есть. Мы цезарь заказали. Цезарь и... И вот такой салат весна пришла. Так, а, весна пришла, еще принесу, да? Ну, сейчас поснимаем. К мясу. Ага. Ого, сколько дерунов. Это на порцию столько идет, да? Да, да. Я уже забыла. Ты знаешь, я бануш ела здесь, но вот деруны я еще не ела. Это что? Шашлычки. Принесли шашлычки. Я вовремя прибежал. Да, мы обидимся, мне кажется. Мы еще можно забрать, чего она завожала. Мазаночка, ты пошла уже забрать, ты будешь очищать? Нет, забирай. Нет, Люба же не пробовала. А, Люба не пробовала. Нет, еще ничего не пробовала, я вот пока снимала, ходила. А это тоже шашлычки, да, мужчина? Она, какой гарный хлопец нам принес. Мечного. Это красиво. Вот шашлычки наши. Точно сейчас лопнем. Что тут еще? А вот этот салат называется «Весна пришла». Мы же думали понемногу, а тут такие. Да, ну я баныш... Да, баныш, в прошлый раз мы заказывали баныш маленьких, и в прошлый раз еще что-то там, меньшие порции. А в этот раз что-то небольшие порции. Так, все, всем приятного аппетита. Садимся. Камаловый шашлычок еще сниму. Во все салаты они кладут перепелиные яйца, маленькие, вот эти. И в этом салате, и в весне. Вот первый зал, в котором мы сидели. Здесь наверху есть второй зал, большой. Ну, я говорю, специально приедем, снимем. Есть еще второй зал здесь. Здесь, видимо, свадьба или что-то заказали здесь. Корзины с фруктами. Занавесочки. Тут вот интересные бочонки. Наелись. И теперь уже поели, можно и поспать. А каву мы потом попьем, да, на по дороге? Да, пошли. Ага. И водичку. Уже второй. Галя, я тогда. Я тут. Пошли уже. Смачно поилы. Смачно, да? Да, смачно поилы. Да и... не поилы, а объелась. Да. Да. Плотно. Сука, вареников. Это вообще. Мы позавтракали. Да, это у нас был завтрак. Тут такие интересные сувенирчики. Ах, жалко, что не видно этих сувенирчиков. Зернова кава продается. А это Бондаренко, бывший наш мэр, сидит. Видите, можно прийти и встретить еще бывшего мэра Киева. До Клычка был вот Бондаренко там сидит. Так, здесь у нас... Все, бежим, бежим. Солнце вышло, красота вообще. О. Ай, красота, красота, кругом какая-то. Поездка хорошая будет. Ой, сейчас вам покажу. А, видите, как цветет, скоро все зацветет. Красиво будет. Ну, наверное, темно, потому что я иду против солнца. А что ты, Камал, туда хочешь пойти? Я не хочу, я заблудился. А, вот... Немало. Сакура, да. В Ужгороде мне мало, теперь мне надо под Киевом сакуру снять. Вот сакура. Уже, наверное, у нас начинается тепло. О, пуп. Вышел. Храм. А буду крестить, наверное, буду здесь. Дребезжит камера. Ой, а с этой стороны тоже.
Ну все, 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 все цветет. Тут даже вот это качели и то такими лошадочками сделаны. Что? Героем небесной сотни. Это героем небесной сотни. Крест сделан. Здесь музеи есть. Если вот приехать чуть попозже, это здесь и гончары работают, и кузнецы. Даже есть самогонный аппарат и как готовят самогонку. Но это я специально приеду к вам и поснимаю. Все, до встречи. Сколько мы от Киева отъехали уже километров? Камал. 50. И еще ехать нам где-то 250 километров до Винницы. Или это общее у нас 250? Общее. А, значит, осталось нам 200 километров проехать. Сейчас мы село Небылица проехали, а сейчас это какое интересное село. Тут село на селе, конечно. Сидят аисты. На каждом столбе аист. Вот тут стоит аист. А, не видно. Да. А здесь уже нету и... Они специально место отгородили, чтобы аисты. Чтобы не было. Так жалко. Ну да, сейчас слушайте. Нет, но именно где аисты отгородили. На каждом столбу гнездо аиста стоит. Не знаю, аистят еще нет, наверное, да? А Таня говорит, что в селе у них, у соседки тоже свили гнездо. Таня говорит, хорошо же не нашим, говорит, это, потому что, говорит, очень много мусора от них. О, это же тут Анькина дача. Да, вот сейчас где-то за поворотка на Анькину дачу. Летом надо будет приехать. Приехали мы к ним домой. Вот возле дома. Винница уже, кстати, сирень зацвела. За нами слежка. Слежка, да, где? А, сирень пахнет. А, сирень пахнет, пахнет. Пахнет, пахнет. У нас папарацци идет. Тут светлая сирень. Все. Заход. Нам на лифте или же дверь уже найдем. Вы говорите, что нельзя, мы подумаем открывать. Ну да. А какой? Седьмой этаж, седьмой. Все. На каждом этаже. Где тут квартира? Да. Что-то долго едет. Кто-то наверх добрался. Я читаю, лифт не пассажирский. Трое, где четвертый? Потеряли.
А я за кусты спряталась, уже какая. Я говорю, вон в кусты смотри сильнее. Так, приехал. К нам приехал. Поехал. Куда мы не вмещаемся, по-моему, тут. Камал, приехал? Еще еду, скажи. Еду еще? Еду к ней. Еду к Любушке своей. Любушка-то тут, это Любушка едет. К подруженьке своей. О, приехали, кажется. Да. Что-то у них долго открывается. Какой у них лифт маленький, оказывается. Да, пусть и наш. Что тут такое? Стоп, нет вещей. О, чисто, здравствуйте! Ищи 101-й вернулся! Здравствуйте! Давай, я еще видела вашу Светочку вот такой.